Театр – это когда там переодеваются в разные из мультиков персонажев. Ну, рассказать какую-то историю, рассказ. Блин, еще забыл, как это называется. Это детский фильм с куклами. Там очень много актерского мастерства. Ну, театр – это чтобы смотреть театр. Это может быть театр теней, театр рук. Ну, такие просто костюмы одевают. Недалеко, просто ваш вопрос очень легкий. Последний раз увидела очень хороших артистов, которые развеселили людей. Мальчик и девочка заблудились. Дальше я не понял смысл. Колобок. Его пекли смешно. Смешно пекли. Так они не могут схватить просто. Взяли просто за шею, понесли, а я по попе. Он выскочил, появлялся на тебе. Просто я обычно делаю, чтобы противник упал, просто хватаю за ноги, а не за вот так раскручиваются и упадет. Мне понравилось Ромео и Джульетта. Театр нужен, и люди приходили и отдыхали. Я тоже хожу на театральную студию в школе. Я люблю ходить в театры. В театре самая главная вешалка.